Да? Насколько Божевич нагружает вас на тренировках? Потому что, в принципе, команда смотрелась свежо, но могла, наверное, чуть свежее в сравнении с Локомотивом, который отыграл 120 минут с Спартаком в Суперкубке. Did it influence the freshness of the players during Lokomotiv? Were we more fresh or less? No, we are more fresh about the... Like I can say the new coach is a good coach for me because like the time we played the game, last week we played the game with the group. For me, I don't have problems with the coach. Everything for me is good. По поводу нагружает или не нагружает на тренировку, я даже не задумывался, потому что все игроки, вся команда чувствовала легкость в игре против Локомотива. На тренировках интересно, мы работаем не только по самочувствию, по свежести, но и по игре. На мой взгляд, мы превосходили соперника, поэтому у меня только положительное впечатление от моего тренера. Такой вопрос. После того, как были такие удачные подключения непосредственно в этом матче, один из которых практически привел чуть ли не к 100% моменту голевому, нет ли теперь указания от тренера, чтобы почаще подключаться, идти в атаку? And one of the moments was with a good decisive pass, which failed a couple of millimeters, we didn't score. And in this reason, have you got from the new coach some instructions to play more in attack or not? No, because of the tactic. Anyway, I can say because we are down 1-0, so for us, we must score to be 1-1. So. I moved myself to go in attack. Я не могу сказать, что это было задание, специальное задание Божевича, но мы проигрывали 0-1. Нам нужно было сравнять счет, и поэтому у меня никаких мыслей не возникло, которые меня бы затормозили в тот момент, когда вот была возможность подключиться, войти в штрафную и отдать пас голевому. Есть вопрос? Ну что, все, да, спасибо большое.